до депутатства работал на предприятии «Мольтюгвин». Теперь я не могу там работать, так как я являюсь председателем. Теперь там командует сын мой. Значит, мы тогда, в то время, финансировали не только Георгия Георгиевича. У нас много предприятий, и в Кангазе есть, и в Вулканеш так много. Мы всех финансируем, есть договора между нами, и тот договор продолжается с Георгием Георгиевичем на 2,5 миллиона. Он получил семена ГСМ, и он должен все вернуть назад. А остальное с землями он должен с людьми сам разбираться.